организовываю, да, в Бельгии, когда мы организуем вечера с участием бельгийских поэтов, да, меня всегда поражало, как они просят, а почитайте, ну, других там русских участников, почитайте на русском языке. Они находят в этом большое удовольствие. Прямо говорят, это музыка поэзии. И у нас вот у русских поэтов нет такой любви, такой традиции, да. А вот хочу сказать, не знаю, как англичане, бельгийцы, они слушают. И прямо вот так в транс погружаются, я даже переживаю, как бы там не упали. Так раз, заносит. Наверное. А особенно, если им еще скажешь, о чем, там, двух-трех словах, они там уже фантазируют. Вот, спасибо. О чем они споют, а вот специально для вас, и благодарность за то, что вы организовали этот великолепный фестиваль, я вот на кабардинском языке. Шуагал пошухар заманам, салшугом ячам захукуата, заманын шагам катвиганам, заман пайханам кайгабата, адивасапкар кодыжагам, и уже агон пукса генхар. Зюч жну гок ты хами, жим хату гогу апару гуархар. Если конейся утхашком, и газажаши сирту гожи, а равошит махат михышком, пахач жава псар гожи. Столетия видятся и дни, деяния предков и ошибки предков. Трепещет все перед грядущим веком и прозревает сущности своей. Народ адыгский вовсе не исчез, так что в каких-то ожидают пены. И веет дверь, ветер перемен, и чудеса, что веет он с небес. Народ адыгский вовсе не исчез, так что в каких-то ожидают гены. И веет веет ветер перемен, и чудится, что веет он с небес. И свет твою надеждою душа еще среди разврата и обмана бывает из пучины океана на лицо адыгская душа. Народ адыгский вовсе не исчез, так что в каких-то ожидают гены. И веет ветер, ветер перемен, и чудится, что веет он с небес. Народ адыгский вовсе не исчез, вот что в каких-то ожидают гены. И веет, веет ветер перемен, и чудится, что веет он с небес. Спасибо большое.